Добрый день, доброе утро. У нас на Дальнем Востоке солнце встает на востоке, Приморский край, город Уссурийск. Друзья, позитивная информация. Распространите, пожалуйста, видео. Есть возможность стать добрым хозяином у котенка или у нескольких котят. Смотрите, вот сейчас мы делаем им профилактику, вовремя успели. Бриллиантовые глазки. Классное средство, хотя кто-то говорит, можно человеческими каплями капать вот эти вот детские кошачьи болезни, да? Вот, смотрите, котятки. У них вообще вот такая шикарная коробка большая, там все, даже лоток влазит, и кошка Муся, и места много. Но вот сейчас я закапал им глазки, смотрите, они какие классные. Значит, смотрите, быстренько сейчас обзор сделаю. Три мальчика, они реально близнецы. Вот три мальчика, они близнецы. Ну, мы уже их различаем. Смотрите, вот эта девочка. Видите, девочка, светленькая такая девочка. И у них на мордочке, видите, на лбу такая вот, ну, рисуночек своеобразный. У них уже зубки. Они уже пытаются сами кушать. Давай, иди. Вот, девочка. Сейчас девочек покажу сначала. Вот тоже девочка, смотрите, черненькая. Черненькая, с темно-синенькими глазками. Ну, что-то глазки сейчас меняются уже. Вот, вот такая девочка. Девочка вся черненькая. Вот. Коты в дом, деньги в дом. Я уже их отличаю. Значит, так, где Фортунка? Вот Фортунка. Вот с нее все началось. Она такая немножко поменьше их. Она искусственница. Вот ее кошка Муся нам подкинула 30 октября 2023 года. Видите, рисуночек такой на лбу. Видите, какой своеобразный. Глазки добренькие. Глазки сейчас просто закапал им капельками, поэтому глазки такие немножко неестественные. Профилактику сделал. Потому что у одного котенка прямо аж глаз слипся. Мы его назвали Джо Сильвер, пират. Ну, вы можете по-другому назвать. Вот, это были девочки. А вот эти, смотрите, пацаны, они все одинаковые. Вот реально все одинаковые, и рисунок у них даже на лбу тоже одинаковый, видите? Рисуночек одинаковый. Ну-ка посмотри. Добренькие они такие, глазики добрые, как бы я бы сказал бы, непугливые, да, такие. Вот это пацаны, вот это трое пацанов. Видите, они все одинаковые, единственное, только глазики у них влажные. Сейчас закапал пипеточкой им. Вот такой пацанчик, вот такие. Они будут как майкуты, да, или как они там называются, такие большие коты с большой головой, с большим хвостом, потому что вот у меня от предыдущего помета, вот он тоже мальчик, от предыдущего помета, это вот три крайних, это братики, а три первых, это сестренки. Вот предыдущего помета у меня вот кошка Муся. Вот такая кошка Муся живет у нас. Мы сейчас ее пригрели в отопительном цеху на котельной. Вот. Котельная непростая. Это гостиница. Отапливаем 30 номеров. Вот. На первом этаже классное кафе. Так что она все тут кушает у нас свежемороженую рыбку. Приношу я ей вчера. Вот три рыбки скушала за сутки. Кошачий корм там. Кусочки, соус с кусочками мяса. Питание у нее шикарное. Еще там мяско ее подкармливают с кафешки. Вот все, они бегают, поэтому ножки, лапки у них все развиты, добрые. Друзья, помогите распространить видео. Телефон из Уссурийска. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. И кнопочный телефон для оперативной связи. Плюс 7-914-974-45-45 голосом. Вот. Распространите, пожалуйста, видео. Может быть, найдут они хозяина. Надо в течение недельки-двух надо их пристроить в хорошие руки. Помогай Бог.